Всем снова здрасте. Хочу рассказать еще историю. Купил машину. В принципе, поначалу не замечал, потом буквально незадолго после покупки заметил, что буквально завожу машину в гараже, выйду с гаража, пока я успеваю закрыть ворота, у меня начинают обороты падать. Ну, короче, машина глохнет. Это постепенно так начиналось. Вот. То есть, как бы я начал искать проблему. Я заменил пару катушек. На свечах я заменил полностью свечи. Это не помогло. В общем, ну, так и ездил, да, как бы меня особо это не напрягало. Вот. Потом как-то раз зимой у меня сел аккумулятор. Не знаю, от чего он сел, но аккумулятор был в хорошем состоянии. Я на нем до сих пор катаюсь. Ну, короче, такая ситуация. После этого у меня на табло, на панели, начались загораться лампочки. МЛ и эта лампочка. После того, как они загорались, у меня начали обороты. Буквально, не знаю, ну, может, 1200, может, до 1500. И вот так вот. Дрик-дрик-дрик. Дрик-дрик-дрик. В общем, педаль газа вообще не реагировала ни на что. Глушил машину. Буквально потом опять заводил. На скорости я проезжал там пару сотен метров. Глушил машину, заводил, все, это пропадало. Вот. Ну, так же самое это периодически у меня происходило. Но уже как бы начало это все почаще и почаще происходить. Это начало напрягать. Вот. То есть также я полазил в интернете, поискал информацию, говорят, надо менять дроссель кляп, дроссельную заслонку. Я для начала ее почистил. Она находится у нас вот в том месте. Вот, это не помогло. Я снял по-русски, наверное, датчик холостого хода называется. Вот его. Я его тоже чистил. Но не помогла чистка. В общем, пришлось мне купить новую. Нашел я в eBay. Буквально за 110 евреев, да? Так они стоят. По 170 через eBay. И дальше цена идет. Ну, так подфартило, я нашел подешевле. Ну, после того, как я поменял дроссельную заслонку, у меня перестала машина глохнуть после того, как я уезжал с гаража буквально на короткие расстояния. Вот. Но проблема ML не ушла, да, лампочка не потухла, и, в общем, так оно и периодически происходило. После чего ну, тоже читал в интернете там, что надо под педалью тормоза, там тоже есть этот сенсор, его тоже надо заменить, типа тоже может влиять. Я его заменил, но ничего не помогло. Ну, в общем, в результате, после того, как я заменил два друга, у меня, в принципе, проблема ушла. Но, скажем так, после этого, я даже поехал еще на BMW, сделали мне компьютерную диагностику, все проверили. Я какую ошибку сделал? Я когда менял дроссель кляпу, я не отсоединил аккумулятор. Вот, и возможно, показала ошибку, там вылезла ошибка, короче, надо было ее адаптировать. Я договорился на BMW, съездил, заплатил 76 евреев. Они мне адаптировали дроссельную заслонку.
поубирали кучу ошибок. Вот я на радостях домой приехал, и буквально где-то через неделю у меня опять загорелся ML, когда я просто вот на холодную хотел завести мотор, выехать с гаража. Мне загорелась ML. Вот. Ну, я расстроился, естественно, что такие деньги отдал просто ни за что. Но как бы сейчас, вот, да, наверное, прошло тоже вот недели три после того, как я это сделал, у меня ничего этого не происходило, ничего не загоралось. То есть я съездил в отпуск, и все довольно-таки нормально. Но тем не менее, у меня по приезду, как я проехал 1000 с лишним километров, у меня шла легкая вибрация мотора. Я не знаю, что это может быть. Если у кого был опыт, напишите, да, потому что реально напрягает. Я уже задрался что-то искать, что где. В общем, здесь катушки находятся. Вот здесь вот. Я их все поменял. Нет, не все, две штуки я поменял, потому что были порваны. Вот. Также заменил на ванасе вот этот магнит. Шальта, я не знаю, как по-русски называется. Ну, в общем, вот такая вот фигня. После того, как последний раз загорелся ML, я посмотрел в интернете, как адаптируют сами эту дроссельную заслонку. Я отсоединил аккумулятор минут на 15, обратно накинул все клеммы. После этого повернул ключ в зажигании два раза, чтобы загорелись все лампочки. Ну, буквально через минуту, наверное, я выключил, вытащил ключ из зажигания. Я слышал, как компьютер что-то там считывал. В общем, после этого я пока езжу без проблем. Пока. Но легкая вибрация все равно иногда появляется. Ну, даже стрелка тахометра, она не прыгает. Она все четко стоит, все ровненько. И, в общем, вот такая вот фигня. Если у кого есть опыт, подскажите. Потому что я не знаю, где лазить. Где что искать. Вот. Всем спасибо. Пока.